Вчера Тюменская область приняла участие в едином дне профилактики правонарушений. Волна всевозможных мероприятий прокатилась по всему региону. Не остался в стороне и Увадский район. С самого утра в сельских поселениях стартовали различные рейды и проверки. Проводится проверка оружия владельцев. Проводятся профилактические беседы в школах, в трудовых коллективах и в том числе с гражданами, состоящими на учете в ОМВД России по Увадскому району. Одним из этапов дня профилактики стала проверка владельцев гражданского оружия. Процедура призвана максимально обезопасить окружающих от несчастных случаев, связанных с неправильным хранением нарезного, гладкоствольного и оружия самообороны. Проверяем, значит, условия хранения оружия. Согласно установленным требованиям, то есть должно храниться в металлических шкафах, либо ящиках, обитых железом, то есть доступ посторонних лиц должен быть исключен. В зависимости от нарушений, выявленных в ходе проверок, предусмотрено несколько видов наказаний – от штрафа до изъятия оружия. За нарушение правил хранения, если выявили правонарушение, допустим, что ружье там либо в незапертом сейфе хранится, либо где-то там еще под диваном, там вот это были такие случаи, которые так вот хранят, там уже изымается обязательное оружие и штрафы от 500 до 2000. Подобный день профилактики был проведен впервые. Теперь проверки и рейды будут организовываться дважды в год. Ведь непреложная истина – правонарушение легче предупредить, чем устранить его последствия – никогда не потеряет своей актуальности.